Всем привет, граждане-танкисты, с вами Драгин и добро пожаловать на новый ролик по обзору техники War Thunder Mobile. Всем приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра. Ну а перед началом ролика хочу порекомендовать вам YouTube канал Саныч, на котором вы найдете много полезных роликов по мобильной тундре, а также на этом канале часто проходят прямые трансляции. Ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. А в сегодняшнем обзоре мы с вами разберем советский премиумный ЗО 3-го ранга Т-34-57, который можно получить, выбив его из среднего трофея в событии «Большие пушки». В данном взводе присутствуют советский средний танк Т-34-57 и тяжелый танк КВ-1Э, советская самоходка Су-100Y и зенитка БТР-152Д. Начнем наш обзор с первенца этого взвода, а именно с советского среднего танка Т-34-57, который отличается от своих собратьев новым 57-мм орудием ЗИС-4. Данная пушка способна перезаряжаться за 5,1 секунду. Углы вертикальной наводки этой пушки не блещут и имеют всего 5 градусов вниз и 28 градусов вверх. Номенклатура снарядов для данной пушки состоит из трех типов. Первый — это камерный тупоголовый снаряд БР-271, который имеет бронепробитие в 140 мм со 100 метров и 130 мм с 500 метров, а также наличием взрывчатки массой 21 грамм. Второй — это камерный остроголовый снаряд БР-271К, который имеет такое же бронепробитие, как у камерного тупоголового снаряда, но в отличие от него остроголовый снаряд имеет большую массу взрывчатки, а именно 27 грамм. И, к сожалению, данный снаряд чаще рикошетит при попадании по наклонной броне. Третий тип — это осколочно-фугасный снаряд О-271, который имеет бронепробитие 5 мм и наличием взрывчатки массой 220 грамм. Фугасные снаряды отлично подойдут для уничтожения зениток и техники с открытой рубкой. А вот в чем отличие тупоголового камерного снаряда от остроголового? Тупоголовый камерный снаряд будет эффективен для стрельбы по наклонной броне и менее эффективен против бронелистов, расположенных под прямым углом. У остроголового снаряда все в точности да наоборот. Он будет более эффективен против брони, которая расположена под прямым углом, в то время как по наклонной броне остроголовый снаряд будет менее эффективен и чаще будет рикошетить. Какой же из них выбрать? Можно брать два типа снарядов, но тогда вы лишаетесь загрузки фугасных снарядов, которые отлично справляются с зенитками. А можно выбрать тот камерный снаряд, на котором вы будете лучше всего уничтожать вражескую технику. Бронирование Т-34-57 не сказать, что хорошее. Верхняя лобовая деталь имеет толщину всего 45 мм, которая расположена под наклоном в 60 градусов, что дает приведенную толщину 52 мм. Нижняя лобовая деталь имеет толщину также 45 мм, но расположена под углом 53 градуса, что дает нам чуть большую приведенную броню, в отличие от верхней лобовой детали, а именно 56 мм. А вот где по-настоящему крепкое место у Т-34-57, так это в соединительных пластинах между нижней и верхней лобовыми деталями. Толщина этой пластины 100 мм, которая расположена под углом 38 градусов, что дает нам приведенную броню аж в 162 мм. Борта же корпуса имеют толщину 45 мм, а корма всего 40. Бронирование башни имеет толщину 45 мм во всех проекциях. Из уязвимых же зон танка можно отметить верхнюю лобовую деталь корпуса и нижнюю лобовую деталь. Правда, если танк будет в движении, то попасть туда будет непростой задачей. Помимо этого, у Т-34-57 с легкостью пробиваются щеки башни. Подвижность Т-34-57 находится на достойном уровне. Вперед данный танк способен разогнаться до максимальной скорости 54 км в час, а назад всего 8. В целом же танк получился неплохим аппаратом. Все как и подобает советским Т-34. Быстрый, без серьезной брони, а благодаря новой 57-мм пушке ЗИС-4 данный танк стал обладать еще и хорошим пробитием. Играть же на этом танке можно по-разному. За счет своей подвижности его можно использовать для фланговых обходов или же захвата стратегических точек. За счет хорошего орудия Т-34-57 можно использовать в качестве снайпера и уничтожать вражескую технику из укрытий. Вторым танком взвода является экранированная версия советского тяжелого танка КВ-1. Броня КВ-1Э даже на третьем ранге способна защитить экипаж от вражеских снарядов. Достаточно лишь ознакомиться с его бронированием и учесть все плюсы и минусы. Лоб корпуса имеет бронирование 100 мм за счет дополнительных экранов, которые установлены на КВ-1. Правда, эти экраны расположены не везде. Так, из уязвимых зон лба корпуса по-прежнему остается лючок мехвода, а также пулеметное гнездо. К тому же, в нижней лобовой детали имеется довольно широкая полоса, расположенная внизу, которую на третьем ранги будут часто стрелять. Толщина бортов корпуса составляет 75 мм, а корма 70, что довольно неплохо даже для танков третьего ранга. Лоб башни имеет бронирование всего 75 мм, но за счет большой маски орудия, толщина которой составляет 90 мм и имеет округлую форму, из уязвимых зон остаются небольшие участки щек башни. Борта башни немного крепче лба и имеет толщину 105 мм, благодаря цельным 30-мм экранам. Корма же башни имеет толщину 75 мм. Как мы видим, недостатков бронирования КВ-1Э хватает. Но
чтобы их скрыть, достаточно научиться ставить корпус ромбом и уметь доворачивать башню. Потому как в ромбе приведенная броня танка будет достигать от 170 до 180 мм. Подвижность КВ-1Н осталась по-прежнему хорошей, как для тяжелого танка. Вперед его максимальная скорость составляет 37 км в час, при том, что он быстро набирает свою максималку. А вот скорость заднего хода вас не порадует, ведь она составляет всего 7 км в час. На вооружении КВ-1Н установлена 76-мм пушка F-32, которая перезаряжается за неплохие 6,4 секунды. Углы вертикальной наводки у данного орудия, к сожалению, плохие, всего 5 градусов вниз и 25 градусов вверх. Для данной пушки доступны три типа снарядов. Первые два – это тупоголовые каморные снаряды. БР-350Т имеет бронепробитие всего 76 мм со 100 метров и 69 мм с 500 метров, а также имеет взрывчатку массой 150 грамм. Снаряд БР-350Б имеет бронепробитие 84 мм со 100 метров и 76 мм с 500 метров, а также имеет тротил массой 98 грамм. Его я и рекомендую брать в качестве основного. Имеются и осколочно-фугасные снаряды ОФ-350, бронепробитие которых составляет 10 мм, а также имеет тротил массой 621 грамм. Данный снаряд хорошо подойдет для поражения зениток и техники с открытой рубкой. По итогу КВ-1Н даже на третьем ранге получился довольно живучим аппаратом, благодаря чему на данном танке можно продавливать фланг, не боясь получить серьезных повреждений. Почему? Да потому что если вы будете рамбовать на данном танке, то вас будет довольно проблематично уничтожить. Если же вы находитесь внизу списка, то лучше всего играть от второй линии, прикрывая своих союзников. Следующей техникой взвода является тяжелая советская экспериментальная самоходка Су-100Y, или же просто... Бронирование данной самоходки во всех проекциях составляет 60 мм, но лоб-рубки находятся под различными скосами, что дает им приведенную броню до 150 мм, которую не способны пробить различные Т-34, Шерманы и другие танки, имеющие меньшее бронепробитие. Однако данную самоходку можно уничтожить через каток, а также в полоску верхней лобовой детали, хотя она тоже не всегда пробивается. Поэтому из уязвимых зон остается лючок мехвода, который способен пробить любой вражеский танк. Подвижность как для такой огромной самоходки неплохая, максимальная скорость вперед составляет 35 км. А вот с задним ходом у Су-100Y большие проблемы, всего 4 км в час. В качестве основного вооружения на Су-100 установлена корабельная 130-мм пушка Б-13, которая является главным достоинством этой самоходки. Ведь бронепробитие на полубронебойных снарядах ПБ-46А составляет аж 200 мм со 100 метров и 190 мм с 500 метров. К тому же в снаряде масса тротила составляет 2350 грамм, что в совокупности является смертельным даже для противников 4 ранга. Также имеются и фугасные снаряды с бронепробитием 36 мм, а также тротила массой 3580 грамм. Перезарядка данного орудия составляет 19,2 секунды, что навряд ли кого-то может порадовать. Лучшим же вариантом игры на Су-100 станет игра в качестве снайпера, уничтожая зевак, который находится у вас в прицеле. Также самоходку можно использовать в качестве поддержки, уничтожая противников за спинами своих союзников. И, наконец, последней техникой взвода является зенитный бронеавтомобиль БТР-152Д. Данное название, думаю, знакомо по взводу КВ-2, в котором присутствует еще одна версия данной зенитки, а именно БТР-152А. О бронировании данной зенитки нету особого смысла говорить, хотя этот бронеавтомобиль способен выдержать попадание от крупнокалиберного пулемета. По заявленным характеристикам в ангаре, данная зенитка двигается вперед с максимальной скоростью 83 км в час. Я же смог развить скорость до 81. С задним ходом у зенитки проблем нет, целых 12 км в час. В качестве основного вооружения на БТР-152Д установлены 4 пулемета КПВТ. Но для данных пулеметов мы имеем 3 типа лент. О всех нету смысла говорить, а самой сбалансированной лентой будет стандартная. С бронепробитием 27 мм со 100 метров и 22 мм с 500. Тротил, к сожалению, никакой из данных лент не имеет. В целом же зенитка получилась довольно обычной, которая ничем не выделяется от остальных.
Вот мы и рассмотрели всю технику взвода. Как итог, можно сказать, что взвод получился неплохим. Он, возможно, не так интересен, но и не так плох. Подойдет как для новичков, так и для скилловых игроков. Хотя они, наверное, предпочтут выкатить другую технику. Тем не менее, если же вы смогли получить данный взвод, то мои поздравления. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал те, кто до сих пор этого не сделал, пишите ваше мнение по поводу данного взвода, будет интересно почитать. Ну и всем пока!